в США и Канаде что-то начинается. Возможно, какие-то военные учения, а может быть что-то еще. По крайней мере, так можно судить по огромному количеству перемещаемой военной техники. Причем, по всей видимости, учения какие-то внезапные. Во многих местах как США, так и Канады едут огромные конвои и эшелоны с техникой. Летят самолеты и бомбардировщики, а самоходные установки просто проезжают практически по центру города. Люди пишут, что мы на пороге чего-то очень грандиозного, но чего именно никто не знает. Пока одни начинают строить загадочные теории заговора, другие наоборот уверяют, что в этом ничего странного нет, и это просто обычное перемещение техники, на которое не стоит обращать внимание. Сотни единиц техники перевозятся железной дорогой и идут в сторону погрузки на корабли. В ту же сторону летят и вертолеты, самолеты и конвертопланы. Интересные учения однако, но нам с вами переживать не стоит. А вот россиянам конечно переживать есть повод. Потому что Россия говорит же, что воюет с НАТО, но на самом деле обманывает и воюет только с Украиной. Но лично я был бы не против, если бы открылся второй фронт где-нибудь еще, чтобы РФ была вынуждена убрать свои войска из Украины, или как минимум часть из них отвести на другое направление. Тогда нам было бы легче их разгромить. Не знаю точно, насколько реалистичен такой сценарий, но то, что США его рассматривают, это сто процентов. То, что сейчас начинается, мне очень нравится. Возможно, что это какой-то план Б, о котором никто не знает. Если бы США нам помогли сравняться с РФ по ударам с воздуха, было бы как раз честно. К примеру, они занимаются нанесением ударов по российским военным базам, а мы проводим наземные операции. Конечно, это могут быть обычные массовые учения с передвижением техники. Некоторые говорят, что для США это обычное дело, туда-сюда возить танки и САУ. А я напомню, что прямо сейчас одновременно с этим загадочным перемещением военной техники, в Европе проводятся самые масштабные военные учения. В них задействованы стратегические бомбардировщики, флот, истребители и даже самый большой авианосец в мире. Может быть одну бункерную кремлевскую мышу скоро будут наказывать, и в очень жесткой форме. Интересно, сколько дней понадобится НАТО, чтобы обезвредить все российские военные базы. Я думаю максимум 2-3 дня и все закончится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.